Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной мукбанг. Сегодня я решила сделать такие вот багеты. Посмотрите, один с лососем, другой тут курица, барбекю, какой-то голубой сыр, жареный лучок. Ну, короче, просто вау. И такие вот, такой вот картофель. Он, сейчас я вам покажу, он уже с соусом внутри, с таким вот. Вот, это как картошка по-деревенски, знаете. Это все я взяла из... Здесь очень есть такая популярная сеть, называется Багетерия Бульвар. Это чехи, это чешская сеть, она по всему миру, она есть и в Дубае, везде очень известная. Не знаю, знаете, нет, очень вкусно, очень популярно это, вот, поэтому решила сегодня с вами это отведать. Давайте начинать. Я, кстати, голодная. Начнем, наверное, вот с лососем. Здесь нет, это не лосось, вот лосось. Руккола, лосось, видите, там такое. Посмотрите. Вау. Я сегодня ничего не успеваю, потому что вчера... засиделась с подружкой. У меня вот как обычно. Она мне пишет, пойдем типа просто поужинаем, то все. Я говорю, да, без проблем. Конечно же, просто ужином это не закончилось. Мы пошли продолжать. У нас, к счастью, все открыто уже наконец-таки. И разошлись мы где-то 12:30. А встретились 6. Ну, меня девочки поймут, потому что с подругами это вот это постоянно, знаете, я на, мы на чуть-чуть, да, конечно, мы на чуть-чуть. И потом в 7 утра так и... около клуба какого-нибудь. Ку-ку. Вчера было классно, поужинали, выпили коктейли, посмеялись, потом пошли курить кальян. Ну вот, обожаю я девичьи вечера. Вот реально, это прямо... Таких людей у меня немного, с которыми можно и поржать, и пожрать, и выпить, и прям вот. Она чешка, кстати, поэтому вообще так удивительно, что, знаете, прям, ну, как бы вот, прям подходим друг к другу, знаете, прям понимаем друг друга, и шутки, и вообще, ну, вот просто есть всегда о чем поболтать, вот. Чуть-чуть у меня першит в горле, я извиняюсь заранее, если я делаю так. Потому что, говорю, после вчерашних коктейлей чуть-чуть я... простудилась, мне кажется. Мне кажется, это реально важно для каждой девчонки иметь вот таких вот, не обязательно близких подруг, да, но вот просто девочек, с которыми можно куда-то сходить, оторваться, повеселиться, обмен женской энергией. У нас хорошая погода, на удивление. Ну, пишут, что... на выходных опять испортится. Не знаю. Вкусненько.
И вот, смотрите, тут голубой сыр, ну, с плесенью. Прям вкус барбекю чувствуется, лук. Сам хлеб очень вкусный. У меня девочка спрашивала насчет макияжа, типа я сама училась, ходила ли она курсы. Насчет макияжа, спасибо, мне очень приятно, очень много комплиментов насчет этого. Девчат, я абсолютная самоучка, не ходила я ни на какие курсы. Я просто, боже, очень вкусная девчонка. Вот, я с детства, ну, как бы не то, что с детства, я начала краситься, когда родители мне, кстати, никогда не запрещали краситься, а вот в школе, прикиньте, один раз я сделала стрелки, и меня заставили их смыть, хотя мы были в 9 классе, прикиньте, жесть, в школе, в смысле, заставили смыть учительница. Вот. Как бы, ну, я все равно всегда пыталась как-то, знаете, экспериментировать дома косметику. У меня всегда была, родители мне всегда покупали косметику, никогда мне не говорили, там не красят, то все. Вот. И, кстати, знаете, какой парадокс? Что ни один мейкапер не может меня красиво накрасить. Реально, самый лучший макияж для себя делаю сама себе, я, понимаете? Никто не может реально вот подчеркнуть достоинства на моем лице, потому что они все как-то делают макияж, вот реально ни один, вот я делала 4 раза, я думаю, макияжа. Ну, знаете, куда-то на вечер, куда-то на тусовку, типа, знаете, хотелось перемен, думаю, сделаю смоки-ай, что-нибудь такое. Отвратительно было. Что мне девочка в директ написала? Вопрос. Типа, что делать, если парень, типа, подписывается в Инстаграме на девушек? Ну, как я поняла, что она ему неоднократно уже просила этого, она его неоднократно просила не делать этого. А он, типа, все подписывается и её игнорирует. Милая моя, посмотри, во-первых, видео. У меня на канале «Ревность» называется. Или «Измены». Вот, либо ревность, либо измена называется видео. Вот я об этом говорю. Молодая девчонка, ей лет 18, может быть, 17 даже, не знаю. Милая, у тебя вся жизнь впереди, а ты ходишь, этого мужика пасёшь, всё. Вот он не будет, понимаешь? Я всегда говорю про личные границы. Раз ты ему сказала, мне это неприятно. Два ты ему сказала, если на третий раз он опять делает то, что тебе не нравится, ну расходись с ним, это же у вас нет вообще, понимаешь, это не твой муж, ты от него 100% не зависишь. Не знаю. Зачем? Вот если ты это не принимаешь, если он знает, что тебя это расстроит, зачем встречаться с человеком? Тем более вы не женаты, то есть у вас нет детей, возможно, или просто я уже опять по-чешски. Вы не женаты, понимаешь? То есть вам нечего даже делить, по сути. А ходить свою молодость, свою красоту, таких парней еще миллион будет, понимаешь? Не знаю, да лучше будут. Всегда нужно иметь чувство собственного достоинства. Вот если, вот, ну, вот ты знаешь, он будет подписываться. Он подписывается, ему то есть плевать на тебя. Если бы тебе это было нормально, ты бы меня не спрашивала, понимаешь?
То есть тебе это не нравится, и ты просто сидишь с ним и терпишь. Зачем? Не знаю. Есть девочки, которые это принимают, они в этом не видят ничего такого, типа, ну ладно, пусть смотрит на девушек, почему нет? Но если ты... Если тебе это не нравится, ты это терпеть не хочешь, а зачем вообще терпеть? Понимаешь, если он, вот, если ему плевать на твои просьбы, если он продолжает это делать, а зачем с ним сидеть вообще? Сказать, я тебя простила, ты это делаешь, расстаемся, до свидания. Увидишь, как он офигеет. Потому что мальчики привыкли, что девочки типа терпилы, пусть там терпит, то все, ага, сейчас. С какой стати? Пусть я сам на свою задницу приключения ищет. А ты себя уважай. Наоборот, это хорошо, что видишь его лицо сейчас, понимаешь? То есть ему плевать на просьбы сейчас твои, просто не подписываться, не лайкать, да? Потом, если ты будешь с ним семью строить, то есть, понимаешь, если ему сейчас уже на тебя плевать, на твои чувства, на твои просто, если ты его уже просила об этом, он все равно, вот ему просто наплевать. Человека не изменишь. Либо ты это принимаешь, ну, как я поняла, ты не хочешь это принимать, либо расставайтесь, все. Только два пути. А вот это терпеть всю жизнь. Нафиг надо. Потом еще, прикиньте. Позавчера девушка пишет. Но она вот какая-то негативная. Знаете, как бабка причитает такая... Вам не жаль свои зубы, я ей пишу. Вы, наверное, новенькая, ну, типа, свой негативный опыт оставьте при себе. Потому что я считаю, вот почему человек, он думает, что он имеет право мне говорить какой-то негативный опыт свой. Она вот думает, что от сладкого портятся зубы. В моей голове этой установки нет, так что мне вообще наплевать, что она мне говорит, понимаете? Я говорю, человек сам должен свой опыт проживать. И сам себе, вот как бы, знаете, из своего опыта делать для себя какие-то выводы. Вот у нее один сплошной негативный опыт, да? То есть там, вам не жаль зубы. Это из той серии, что не ходи босиком, простудишься, там тебя продует, то все, понимаете? И я это не слушаю, и я знаю, что ничего, все у меня хорошо, понимаете? Зачем свой негативный опыт про зубы? И она мне такая, давление с моей стороны, мне человек пишет на моем канале, свой негативный опыт, я попросила негатив мне не писать, то есть мне не интересен ее негативный опыт, пусть останется при себе, понимаете? Лафа, не общаюсь с негативщиками, у которых все плохо, которые вечно жалуются, я с такими людьми не могу общаться, понимаете? В моем окружении таких нет. Я не хочу, чтобы мне, я просто сказала не писать, и она там... Сама написала, получив мой ответ, обиделась, разобиделась. Ну, господи, ну почему вы думаете, что если я снимаю видео, я делаю это в удовольствие, почему люди думают, что они могут писать либо какой-то хейт, либо обзывать, да, допустим, или какие-то свой негативный опыт мне писать, который мне абсолютно не интересен. У меня только вот позитив, понимаете? Вот. Люди, на самом деле, очень странные существа. То есть они, когда начинают нарушать границы человека, когда они получают в ответ что-то, они сразу такая, вы такая агрессивная, или вы грубиянка, типа, знаете. То есть человек, который отстаивает свои личные границы, он грубиян. Вы представляете, вот как нас с детства вырастили, то есть родители тоже, да, все даже, типа, надо быть вежливым, надо со всем соглашаться, и все такое, понимаете? Это ужасно. То есть ты должен целую жизнь... проживать так, что ты просто должен для всех быть хорошим, всем угождать, свои границы не защищать, и тогда ты будешь суперчеловек, да? То есть ты просто должен терпеть. А когда люди получают в ответ
это типа ваш опыт, это ваш опыт. Я просто написал, да? Начинает обижаться, что типа я должна была сказать, да, зубы это портит. Что за бред? Не портит это зубы. Вот то, что у вас в голове, это ваш негативный опыт, я еще раз говорю. Это не значит, что он у всех. Потому что каждый человек, он живет как бы в своей реальности, понимаете? Это вот у него свой опыт, свой негативный опыт тот же самый. И у него одна вещь, понимаете, в голове. У другого человека, у него нет этого негативного опыта, и у него другая реальность, то есть у него другие установки, понимаете? Просто каждый человек — это индивидуальная личность, понимаете? И позвольте человеку самому решать, да, самому решать, самому проживать его опыт, его жизнь. Я считаю, что так должно быть. Должно быть уважение чужих личных границ. Я это буду твердить из видео в видео. Возможно, меня вы услышите и поймете, понимаете? Это все вопрос границ. Подписывайтесь на Инстаграм, имеет подруг. Вам это не нравится, вы должны говорить. Мне это не нравится. Понимаете, нужно всегда высказывать и своему молодому человеку, если вам что-то не нравится. А если вы высказывали, причем несколько раз вы высказывали, а он не слушает и не слышит вас, тогда нафиг такой нужен вообще человек рядом, понимаете? Кровь портить всю жизнь, здоровье ваше портить, зачем? Не знаю. Вот, нужно разговаривать. Напишите, согласны вы со мной, не согласны насчет этого негативного опыта. Вот. Про личные границы. Потому что люди, знаете, если человек начинает быть неудобным, тогда он плохой становится. Ой, ты испортилась. Ой, ты агрессивная. Давайте объективно смотреть на ситуацию. Слушайте, ну бутерброд, посмотрите, вот этот карамелизированный лук. Невероятно, невероятно. И сам вот этот багет очень вкусный. В общем, девчоночки и мальчишечки, спасибо вам за компанию. Вот это прямо мой фаворит с курочкой. И с лососем тоже вкусно, реально. Ну, это вот просто все очень вкусно. Вот, спасибо за компанию, надеюсь, вам понравилось мое видео. Вот, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, поболтаем. Давайте общаться, пока!